Друзья, вот смотрите, опять я ем котлеты с картошечкой. И с перчиком. Вчера съездил на Красную площадь, блин, отдохнул вообще супер. Понравилось. Классно прям. Полон положительных эмоций. Ну, любишь ты котлеты. Котлеты ж ты. Приятного аппетита вам, друзья. Кушайте на здоровье. У меня есть. Подай, пожалуйста, соль. Ты настоящий друг. Картошечка, картошечка, картошечка пюре. Соленая? Нет, соленая, но чуть-чуть подсолить. Это она, я в чугунке ее грела, а там такая была как бы подлива подсоленная, поэтому. Блин, почему я от острого перца начинаю икать? Спазм происходит. Это у всех, наверное, так, да? Друзья, вы, если видите острый жгучий перец, вы начинаете икать? Напишите мне в комментариях. Сидит в ванне. Он сейчас сам полез туда. Он сейчас часто в ванне, там прохладно, потому что она же холодная. Да на улице жары нету. Жарко на улице. Да ну жарко, нормально, тепло. 20 градусов это не жарко. Это нормальная погода. На улице все в шортах и футболках. Но не все как бы. Для футболок еще холодно из-за шортов. Ну, выйди, посмотри. Что же с этого Трампа только не делает? Про что ты говоришь? Про что ты говоришь? Про Трампа. А что он им плохого сделал?
я на машине видел надпись. Куплю шкуру Обамы. Зачем ему шкура Обамы? Спроси. Это Путин, который обворовывает он. Ставь себе рассоль не будешь. Да, ну. Ману, а тебе понравилась вчерашняя прогулка? Ну как? Мне может понравиться, но я себя плохо чувствую. Ну да, когда плохо себя чувствуешь, ничего не радует. Хочется где-то полежать уединенно, да? Себе на 2000 прокладок. Я говорю, у тебя бизнес наладится. Дойдет до 20 ограблений в день. Человеком станешь, уважать начнут. Он прямо не знает, как вас благодарить. Вам моя курточка нравится? Да, возьмите. Не могу даже не просить. Почему? Не мой размер. А выпить не хотите? Сейчас прямо. И сейчас, и прямо, и всегда. Идемте в шашлычную, я угощаю. Вот так. Ты с душой, и к тебе с душой. Если бы ты был против, то бы не нужно бы. Друзья, вкусная картошечка с котлетами. Всем пока. Почему?